Всем привет! Меня зовут Денис Лясисон, и сегодня я поведаю вам самое сокровенное из мира балета. Что у мужчин-артистов балета под трико? Как называются эти трусы? И трусы ли это вообще? Поехали! Итак, конечно же, артисты балета носят под трико не трусы. Это прекрасное приспособление называется бандаж. В чем же плюсы этого красавчика? Первое, это удобство в эксплуатации. Станцевал спектакль, постирал и вуаля, бандаж готов к использованию. Второе, во время больших и маленьких прыжков тебе ничегошеньки не мешают и не болтаются. А исполняя такие па, как большие кабриоли, или антрашасис. Нет-нет, да и прищемишь кое-что. Ну и конечно же, ты всегда в тонусе. Ведь этот великолепный аксессуар не дает тебе расслабиться. С вами был Денис Лисисон и небольшие балетные секретики.